Городской репортаж. Многодетные семьи балашихи совместно с представителями администрации и общественных организаций посетили поселок городского типа имени Цюрюпы в Воскресенском районе Московской области. Основная цель визита – осмотр земельного участка, который планируется предоставить многодетным семьям в рамках действующего законодательства. Сейчас речь идет о выделении земельного участка в размере 124 гектаров. Да, там примыкает еще как 4 участка, но дадут их нам или не дадут, все решает правительство Московской области. Поселок с населением более 4000 человек расположен на реке Нерская, в 9,5 километров от железнодорожной станции Конобеева. Рядом находится заказник «Сосновые леса» на песчаных дюнах. Представители рабочей группы познакомились с инфраструктурой, больницей, образовательными учреждениями, с одной из достопримечательностей – церковью Тихвинской иконы Божьей Матери, построенной в 1881-1885 годах, осмотрели земельный участок. Понравилось, да? Второй вопрос. Поселок Цюрюпа. Как вам в целом? Лучше, чем ожидалось. Лучше, чем ожидалось, намного, потому что инфраструктура настолько развита. Есть не только магазины, да. Там почта, Сбербанк. Просто видно, что здесь есть цивилизация. Я сейчас непосредственно стою на конце улицы Юбилейной нашего поселка имени Цюрюпа. До этого мы смотрели участок со стороны улицы Ленинская. Участок большой, это сельхозземли или... Бывшие сельхозземли. Земля хорошая, многодетным вашим вроде пока очень нравится. По местоположению мне лично понравилось. Дороги, подъезд предусмотрен. Дальше будет видно. Самое главное, мы, наверное, раз 7 сегодня каждый спросил про экологию. Здесь действительно нет таких предприятий, которые бы несли вред. У нас у всех есть минимум по 3 детей, и мы за это больше всего переживали. Очень понравился сам участок. Он ровный. Расскажите, вот если сравнивать с Шатурским районом. Разница в километраже раз. Потом подъезд там, здесь хоть граничит с деревней, а там вообще открытые поля. Ну, наверное, торф, где добывали разработки эти, и все вот на этих предлагали участки. Здесь, конечно, небо и земля, и очень... нравится территориально и все. В свою очередь представитель комитета по управлению имуществом городского округа Балашихи Юрий Губанов отметил, что в рамках исполнения поручения главы города Евгения Жиркова в этом году на разработку проекта освоения участка выделяется 2 миллиона рублей. Данный земельный участок был собственностью АСВ, это агентство по страхованию вкладов. Данный участок они передали в собственность Московской области в казну, но, соответственно, мы сейчас обратились на имя губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с просьбой передать нам под многодетных, для многодетных, под эти цели. Процедура запущена, сейчас ждем постановления правительства. Далее мы будем менять категорию земельного участка, то есть включать его в границы населенного пункта и менять вид разрешенного использования на ИЖС. Планируется окончить оформление, наверное, где-то к концу года. То есть и уже, соответственно, будем проводить жеребьевку по распределению этих участков многодетным семьям. Для решения возникающих вопросов планируется создать рабочую группу, в состав которой войдут представители администрации, многодетных семей и технические специалисты. В рамках визита также состоялась встреча с представителями администрации Воскресенского района. Многодетные семьи смогли задать интересующие их вопросы относительно экологической обстановки, уровня безработицы и развития поселка городского типа имени Цюрюпы. Вера Безгина, Валерий Сахно. Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.